Это нормально все? Фух, такой вопрос неожиданно задали. А транспорт как ходит? Все хорошо, без никаких проблем, не жалуемся. Ну, знаете, такая река вот здесь текла. Это было ужас, вот так вот. И все замечательно, все хорошо. Транспорт ходит, спасибо большое. В общем-то, я ехала рано на учебу, и поэтому я на катере спокойно успела. Все хорошо было. Все отлично. Да, я рада, что сейчас как раз-таки я на катере, он ходит. И я поеду домой снова так, а не в автобусе. Отлично ходит. И морской катер ходила великолепно. И здесь мне надо было доехать до, там, где получают загранпаспорта. Троллейбусы, все ходят по... Как часы по расписанию? Как обычно, троллейбус, катер, без всяких проблем. Было бы славно, если бы катер до Гоголя сразу сделали. Если бы все посильнее затопило. Транспорт, так, еле-еле. Да. А, оказывается, 12-й я ждал. Я на машине. На машине, да? А на дороге не возникало проблем? Да нет, все прекрасно. Утром спокойно, сейчас, надеюсь, доеду до дома. На учебу добрались хорошо, без пробок, к удивлению. Вот. Обратно тоже очень быстро добрались. Все хорошо. Катера ходят? Да, ходят. Замечательно. Правда, только дождь мешал. Да, а где он вас застал? Застал? Да вот, при заходе в университет, вот как раз и как назло.